Анапа принимает совет атаманов Таманского отдела. Анапское районное казачье общество – одно из самых многочисленных в отделе – более 2000 казаков. На сегодняшний день задачи перед казачеством ставятся серьезные. Это и природоохранные мероприятия, дружины по охране правопорядка, внимательное отношение к неблагополучным семьям и патриотическое воспитание молодежи. На совете атаманов присутствовал глава города-курорта Сергей Сергеев. В своем выступлении он подчеркнул готовность и дальше всесторонне поддерживать казачье движение на курорте. При различных испытаниях, которые периодически преследуют нас, сегодня мы находимся в не совсем уютной ситуации. Мы всегда обращаемся, в том числе, а иногда и в первую очередь, к казачеству. Все мы знаем, какую роль вы сыграли в таких значимых для страны событиях, как Олимпийские игры, охрана общественного порядка. Принятие референдума о независимости Крыма и ухождение его в состав, возвращение его в состав Российской Федерации. Ну и наиболее значимое событие этого года – это участие коробки в параде Победы на Красной площади. Это великая честь и признание со стороны государства ваших заслуг, именно заслуг кубанского казачьего общества, казачьего войска. Анапскому казачеству есть чем гордиться. Второй год подряд Анапское РКО занимает первое место в крае по результатам месячника военно-патриотического воспитания молодежи. Сильная дружина, выдающиеся спортсмены, два мастера спорта по армейскому рукопашному бою, участие в призывной кампании. На курорте создан 31 казачий класс. На будущий год уже намечены серьезные планы. В перспективе задач на 16-й год самое главное – это планируем создать не менее 50 казачьих классов на базе школы номер 18. То есть эту школу мы администрации сделать казачьей, расширить количество проводимых спортивных мероприятий с учетом казачат младших классов. То есть у нас как бы спартакиада всегда для взрослых, там, ну, для более старших классов. Сейчас хотим добавить два вида спорта, чтобы малыши наши занимались тоже спортом. За содействие казачьему движению глава курорта Сергей Сергеев был награжден почетной грамотой, медалью и памятной книгой «Крым. Путь домой» из рук автора. Благодарностями были отмечены также наиболее успешные районные казачьи общества отдела. Мы провели мероприятие в этом месяце, подняли казаков районом патриоте. Я об этом чуть ниже скажу. Это тоже надо было провести обязательно в порядке. Мы должны показать, что мы сегодня есть, и в случае необходимости. А кто поднимется? Вот поэтому я лучше поднимал районы. И Анапский район, в том числе, все другие, показали, что мы способны по первому зову подняться. В уходящем году Таманский отдел сохранил свои позиции и выгодно отличается от других отделов войска. В будущем году атаманы запланировали в разы улучшить результаты по всем показателям.